Уважаемые борчане, в последние годы в период новогодних каникул учащаются факты пьянства, семейных ссор и жестокого обращения с детьми, особенно в неблагополучных семьях. Убедительно просим вас обращать внимание на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, если они появляются в общественных местах одни, без сопровождения взрослых, особенно в вечернее и ночное время. О данных фактах нужно сообщать в дежурную часть полиции по городу Бор, телефон 227-87 или по единому телефону вызова экстренных служб 112. В случае необходимости оказания медицинской помощи ребенку, обморожений, следы побоев, вызвать скорую помощь 03 или 112 и оставить свои контактные данные специалистам экстренных служб. Просим вас не оставаться равнодушными к детям.